отличает талантливого и творческого человека от того, который ничего не умеет? Конечно, желание развиваться и становиться с каждым днем все лучше. Именно такое правило работает в киношколе K&K Production, где обучают по следующим направлениям: ораторское искусство, актерское мастерство, визаж, грим, вокал, тележурналистика, фотопластика и косметология. И сегодня мы наблюдаем, каких же результатов достигли ученики их третьего набора. Катя и Катя, это для вас привет. Это для вас уже третий выпуск. С каждым разом все лучше и лучше. Дети все талантливее и талантливее. Расскажите, чему вы обучаете в своей киношколе для тех, кто хотел бы к вам попасть? Мы обучаем курсу актерское мастерство, сценическая речь, ораторское искусство, киногрим, визаж, вокал, фотопластика и тележурналистика. По каждому курсу что получают ваши ученики? Какие знания, какой опыт? Ну, на актерском мастерстве мы рассматриваем различные жизненные ситуации и моделирование их. Это этюды. Также мы изучаем сценическую речь. У нас основы написания сценариев проходим. И есть практика, конечно же, практика на съемочной площадке. Мы всех с Катей стараемся отводить на съемочную площадку, показать и рассказать, что это, что как и что к чему. Вот хотелось бы больше узнать про грим, про визаж. Мы начинаем с основ визажа, а потом продвигаемся к колористике, к мейкап-скетчингу, чтобы удачно сотрудничать с дизайнерами, чтобы хорошо работать на съемочной площадке. Отталкиваясь от схем света, мы все это рассматриваем, придумываем свои стили, придумываем новые веяния, занимаемся пластическим гримом также, как вы видели сегодня. Как ученики ваши борются со своими страхами, расскажите. Ой, я лично им даю довольно интересное задание. Говорю: девочки, сегодня учим стих, подходим на улицу к первому встречному и эмоционально его рассказываем. Очень тяжело им, но они потом со временем, если делать это упражнение каждый день, брать 2-3 человека, то страх исчезает. Исчезают эти зажимы. Также мы раскрепощаем, еще убираем телесные зажимы, потому что телесные зажимы – это равно психологические зажимы. То есть очень много различных упражнений есть и техник. Да, Катя им дает такое задание, как выйти из зоны комфорта. Поэтому они у меня делают страшные гримы и ездят так в общественных местах, ходят в заведения. Скажите, какие проекты планируются у K&K Production? Мы в данный момент сотрудничаем с очень крутыми ребятами. Команда называется «Mafia Rave». Они сейчас выходят на рынок такой модельного бизнеса. Мы им сняли уже 2 промо-ролика. И они довольно перспективные ребята. У нас заказывают ролики, мы снимаем, таким образом сотрудничаем с ними. Должны были сегодня прийти на концерт, но я не знаю, где они. Среди софитов не могу их разглядеть. Даша, расскажи, на каком курсе ты обучалась и что интересного удалось подчерпнуть? Я обучалась на курсе актерского мастерства и грим, визаж. Вот, получила очень много опыта. Мне очень понравилась работа с Катей, потому что у меня появилось очень много опыта, как я уже сказала. Вот, я узнала, что такое съемки, узнала, что такое за кулисами там быть. Вот, побывала в разных образах, и, в общем, мне очень понравилось. Я очень довольна, что попала именно к Кате. Таня, знаю, что ты обучалась на курсе тележурналистика. Расскажи, что интересного вам там рассказывали, что для себя нового ты узнала? Это очень-очень интересно. Много всего рассказывали. Правила, которые, ну, нарушать вообще невозможно. Ну, по сути, там самое основное то, что нужно и для тележурналиста. Скажи, что для журналиста самое главное? Внимательным быть. Я думаю, что это самое основное – быть внимательным, просто замечать каждую деталь и не выдумывать ничего, просто говорить правду людям. Как вам сотрудничество с K&K Production? Очень позитивные все ребята, шикарная атмосфера на самом деле создается, и поэтому очень легко работать с ребятами тоже. Я человек тоже позитивный, люблю пошутить и смотрю, что ответка, в принципе, принимается. Чему обучаете учеников на вокале? Для начала, для того, чтобы стать хорошим вокалистом, нужно в первую очередь поверить в себя и посмотреть на то, на себя со стороны, есть ли у тебя голос. Да, голос есть у каждого, и этот голос просто нужно развивать.
это не то, что человек, если он рожден петь, значит, он петь уже будет. Если он не рожден петь, значит, он не будет петь. Нет, это не так, далеко не так. Просто тренируйтесь, верьте в себя, и все будет отлично. Девочки, расскажите, что сегодня здесь происходит? Где вы обучались? Мы обучались в школе K&K, и сегодня был отчетный наш концерт, на котором мы показывали наши монологи, наше актерское мастерство, то, как мы можем петь, то, как мы можем играть, то, как мы можем передавать наши чувства и наши эмоции, и давать зрителю понять, кто мы есть, хотя на самом деле мы не эти люди. Скажите, чему вы научились в киношколе? Ну, в первую очередь, это, мне кажется, верить в себя, верить во что ты играешь. И на самом деле это дает большое развитие. Ты становишься больше коммуникабельным, может, и просто много эмоций получили. Я обучалась актерскому мастерству и ораторскому искусству. На сцене я находилась первый раз, это мой первый опыт, и довольно-таки счастливый, я так понимаю. Я чувствовала себя очень хорошо и комфортно. Мне просто безумно было приятно, и я поняла, что я именно этим и хочу заниматься дальше. Развиваться, и киношколу я не оставлю. Я пойду еще на второй курс. Катя этому обрадуется. Точно. Скажи, как ты считаешь, каждый человек может стать актером? Каждый. Кому-то это дастся чуть легче, кому-то потребуется больше работы и труда, но именно актером сможет стать каждый, если этого захочет. Я обучалась на грим-визаж, актерское мастерство, вокал и раньше еще на фотопластике. Я прошла почти все курсы. И сложно ли заканчивать столько много курсов сразу, или это действительно интересно? Немножко сложновато, я хотела сдавать все, но не получилось, так как я не успевала. Мне нужно было гримировать и девочек, и петь, и готовиться к другим выступлениям, потому что я была еще моделью, помогала другим девочкам, поэтому это очень сложно. Ну, в гриме самое основное, что нужно знать обязательно? Как правильно положить тон человеку, чтобы не испортить его, чтобы не было какие-то большие щеки, брови, что-то. Главное, четко подобрать тон и фактуру под кожу и под лицо человека. Что хочется пожелать киношколе? Процветания, всего самого наилучшего. Тут просто замечательный коллектив, наши преподаватели Катя и Катя. В общем, всего самого наилучшего и процветания. Да, мы будем очень скучать, потому что это замечательная школа. И тут мы узнали много нового, нашли друзей. Я очень желаю, чтобы киношкола K&K процветала, приходило все больше и больше учеников, чтобы они набирались опытом и чтобы Катина школа только ставала более известной. Ребята, приглашаем вас к нам. У нас очень весело, очень интересно, и будет вам очень круто. K&K Production, киношкола Катерины Дубчак и Катерины Лебедевой, где учат целеустремленности, упорству и раскрывают все ваши таланты. Поэтому, если вы чувствуете огромное желание показать миру себя настоящим, тогда добро пожаловать в киносемью K&K. Gang 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 g